Пошли за папой болеть. Пошли за папой болеть, папа будет прыгать. Пошли будем кричать, папа. Давай, папа. Они им явно малы. Молодцы! Молодцы! Да ты отойди от тебя! Молодцы! Матвей! Матвей! Туда встань! Туда! Иди за папу болеть! Пошли со мной! Давай! Вылазь, говорю! Я так понимаю, следующий конкурс мы петь будем, да? Нет, давай. Петь будем, Катюш, на выходе. Мужик пришел на себя. Короче, я себя рисую, вы себя рисуете. Ладно, давай. 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 О, отлично! Да. Что ты нарисовал? О, цветочка! Вы же ничего не хотите? Это ты? Ну, а кто еще? И я. Ты пойдем по обеду, а вы прыгаете. Давайте, раз, два, три. Блин. Все? Нет. Она неудобна вообще. Ну. Она тут яйца сзади оказывается. Давай, Роман. Что такое красивое? А ну-ка, давай яму. Я буду болеть за папу. Давай, папа, ты должен выиграть. Папа, Роман, давай. Гол. А теперь я пойду забью. Ты можешь забить гол? Ну что, давайте усложним задачу. Потренировались. Ого. У каждой команды есть свои 5 шариков. Вот. И... А то будет слишком легко. Вы готовы? Слишком легко. Раз, два, три. Давай! Ну, Матюшка, иди к воротам гол забивай, к воротам. Давай, давай! Матвей, Матвей! Рома, Рома! Пойдешь прыгать сама? Нет, пап, давай прыгай. Умеешь? Иди на лысый. Ой, гусь. Я чувствую. Вот ты играй. Настань. Внимание. Марш. Я живой? Да! Давай, Маркушка! Марта! Марта!
Дай посмотри, как папа хорошо рисует тебе. Дерево, дерево. Сейчас подрисуешь ты дерево, порисуешь дом, забор. Пап, молодец, рисуй. Волосики мартушками закрутить. Платье пышное нарисуй. С армянская дочь. Что, платье ей пышное нарисуй? Платье очень пышное у нее. Смотри, какое пышное платье. Вот пальчики, все пять пальчиков. Нам листочка не хватает. Мы не влазим. Мы не влазим. Сын не влез. Мама попала. Богатые. Кирилл, ты 6 пальцев. Мы, кстати, учились рисовать, и дети. Мы даже это не конкурс рисования был рисунок, а именно. Поехали! Раз, два, вот три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Майкл вообще в образе. Молодец, доченька. Ой, какая молодец. Кружка для чая. Даже с чаем. Марка, спасибо большое. Ура! Кружка чайная. И отмечать праздник 23 февраля. Ура! Спасибо! Давайте стихотворение. Какая ты? Спасибо, умница наша! Ходила, песню заводила, про седого сиза ворла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Которого любила, про того, чьи письма берегла. Ура!